утро начинается. Стираю свои черные футболки. Привет, мои любимые. Доброе, прекрасное утро. И решила снять на старый телефончик, потому что новый мне нужен. Я сейчас иду на почту, и он мне нужен там, чтобы код говорить, еще что-то. Короче, получилось у меня все перегрузить с этого пока на новый мой красный. Не знаю, назвала его красный. Вот этот, на который снимаю серенький телефончик, назвала Паша. Я вам говорила, чтобы он пахал. А новенький почему-то назвала красный. Привет, мои любимые. Доброе, прекрасное утро. Назвала красный я. Потому что рыб красный ми. Ну это мне, наверное. Или я, не знаю. У меня ночью была какая-то перезагрузка, мои любимые. То ли я переутомилась, потому что как-то совсем не это. Хоть вы мне и пишите, Ирочка, береги себя. Спасибо вам, мои любимые. А я что-то как вчера встряла. Столько всего сразу прям навалилось. И у меня ночью вообще, непонятно чего, в 2 часа ночи не могу спать. Потом что-то начало так отключаться, какая-то гадость начала сниться. И уже в 3:30 Харита разбудила, так что я часа, может, от силы 1.5 поспала. Вот, и все тело болит. То ли я не привыкла вот столько ходить, как я вчера чухнула там на каких-то этих эмоциях на подъеме. Ой, какие хорошенькие. Смотрите, какие они декоративные. Какие красавчики. Боже, боже. Вообще красота. А тут хрен, по-моему. А эти какие? Ой, я не могу оторваться. Смотрите, какие все. Мой любимый цвет. И это тоже все мои любимые цвета. И белый, и зеленый, и розовый, и фиолетовый, и оранжевый. Я сказала вроде, что я иду. У меня башка тоже болит. Все болит, как будто я вчера после 10-летнего перерыва была в фитнес-клубе. Знаете, у меня вот здесь все болит, как будто я носила что-то тяжелое. Потому что я как дурная. Я вылезала весь дом, все шкребла, все мыла. Наверное, 2 часа. Вот, а потом туда побежала. Не знаю, может, у меня тело так уже бастует от того, что я его так использую небережно. Ноги болят, вообще не могу на пальчики наступить. И икры, и все. И спина. Как будто мне вчера исполнилось 103 года. Или 102,5. Фу. Привет. Привет. Угу. Посылка. Посылки. Я пришла, девочки послала, я вам говорила. А ее нету, она уехала в отпуск и мне вернулась. Привет, солнышко. А у меня пришла это. Надо показать, наверное. Посылочка. Да. Давайте посмотрим число, сколько. 5 января 24 года до 6 января 25 года. Ужас.
Ну, как варенье у нас раньше тоже за годами стояло. И все ели, и все было хорошо. Мой телефончик любимый, как же я его чувствую. Да, это как ее там, Коробейникова, Валентин. Как же я его чувствую в ручке. Он такой живой, такой классный. Даже не знаю, как вам описать, мои любимые. Это что-то. Какой у него звук, какой цвет. До свидания. Не могу ее не снять в такой шляпе. А кофточка у нее какая, смотрите. Ой. Она повернулась. Ну, я не боюсь, она повернулась. Повернулась просто, чтобы ей не было неудобно. А мне-то... А мне-то нормально. Надо было на новенький снимать птичек. И все, чтобы посмотреть, как оно рисует. Потому что этот все равно... Не про и не 200 мегапикселей камера и вообще, но немножко чувство, по-моему, передает, мои любимые. Я не знаю, что вы меня украдете или нет, на нем. А жили продолжается. Та-ти-та-та-ти-да-да-да. И ничего не кончается. Мне, знаете, вчера ум загонял меня. И у меня были такие мысли, что я сейчас умру. Ум так мне вкидывает. И у меня так радость. Я закрываю глаза, а у меня там желто-оранжевый цвет, когда глазки закрыты. И всевозможные там фигуры летают, переливаются. И я думаю, ну класс, значит так надо. Нет страха. Раньше у меня реально был страх смерти, одиночества, старости, неустроенности, там, не знаю, бедности, еще чего-то. Сейчас вообще такого. Я даже не смеюсь, когда кто-то мне начинает рассказывать. Ну как, по-доброму смеюсь, не то, что там осуждаю или считаю кого-то отсталым или недостойным. Нет, мои любимые. А так по-доброму у меня как изнутри все смеется, как свет, когда люди что-то там рассказывают, говорят мне, Ирочка, мне так страшно, я там живу один или одна, или что-то мне плохо станет, а никого рядом нет, и тра-та-та, типа про стакан воды. А у меня как к маленьким деткам, к ним, короче, улыбка, знаете, получила я. Мои любимые посылку мне девочка прислала. Я так давно хотела. Сейчас посмотрю. Куда я запихнула уже? Блин, Ира, как всегда. Сейчас. Как оказалось, я ее положила сюда в карман. Девочка из Москвы мне прислала подарок. Она только-только-только приехала из Индии. И привезла мне мою мечту. Вот как так? Так что... Все... Бывается. Всегда есть место чуду. Все ваши желания, которые вот от сердца, которые не приносят никому там зла или печали, или обиды, или чего-то, а только любовь и добро, все сбывается, если вы искренне, искренне, искренне даете этот посыл. Без ожидания, без вот этих вот желаний. Я хочу там что-то. Нет, а просто у вас вселенское знание, что вам это необходимо для чего-то. Хотя нет ничего. Все уже божественно вам дано. Все, что вам необходимо. Сейчас посмотрим. Вы со мной, мои любимые, открываем. Как она тут позаматывала. Мое солнышко. Так. Котик мой. Надо на это, на паузу, наверное, поставить, пока я открою. У меня ж нет ни ножичка, ничего. Просто хочется очень вам прям в моменте сейчас показать. Думаю, вам интересно.
многим моим зрителям, если не всем. Так, так. Давай, Люсечка, давай. Да. Да. Благодарю. И тут замотана куча. Куча разных резиночек, каких-то этих. Ты мое солнышко. С какой любовью все это. Чтобы не помялось, не по чего-то. Стой, Люся. Сюда. Стоишь тут? Ничего не видно. Ну, что будет видно? Хочу, чтобы вы видели, как я открываю. Тоже. Так. Вот. Смотрите, мои любимые. Вот что мне прислала моя прекрасная подруженька из Москвы. Вот. Видите? Давай открывайся, Люсь, пожалуйста. А? Чего ж я не взяла ножик с собой? Свой германский. Только у меня такие обзоры. Больше ни у кого. Я вообще не знаю, у вас там видно что-то, нет? Может, мои ноги видно, больше ничего. Тогда так сделаю. Да, Люся, вылазь. Вылазь, Люся, привет. Из Индии прямо к Ире. Как они пахнут, мои любимые. Обалдеть. Пахнут мечтой. Вот они. Смотрите. Рудракша. Как я хотела. Рудракша. Это оно, как пальчиком приятно. Благостные, какие живые. Та-тай. Смотрите, какая длинная. Это что-то. Смотрите, она прям почти до пупа. Поделилась, мои любимые. Все, пошла, а то я сейчас тут встряну опять. Люблю вас. Всем божественного дня. По-моему, вторник сегодня. Хотя неважно. Любого дня вам прекрасного.